уточнишь. Все-таки важнее это душевное состояние женщины, потому что фигура это не самое главное, на мой взгляд. Ну, конечно, было бы, как это говорят, неплохо, да, быть здоровым и богатым, но это как бы в идеале, и все-таки не надо... Вообще, конечно, человек так тонко устроен, и вот эта психика, это такая тайна. И, конечно, жалко этих людей, которые сходят с ума на этой почве. Об этом художники говорят разное. Кто-то боготворит, кто-то, мягко говоря, недолюбливает. Одно точно, именно его работы сегодня копируют чаще всего. Я скажу честно, да, это собирательный образ. Вот здесь слито 8 изображений. 8 изображений вот лучших как бы частей женского тела. Это, конечно, собирательный образ. В жизни такую красавицу встретить очень сложно. Я, конечно, могу показать как бы реальную красавицу. Вот у меня есть такая работа. Вот натурщица. Да вот такой вот образ красоты. Может быть, вот как бы и надо все воспринимать и так, как оно есть. Конечно, ей до Венеры далеко, но как бы вот она такая родилась. Вот это ее устройство. Зато, может быть, она человек хороший. Наташе всегда нравились стройные девушки. А потому сохранение модных параметров 90-60-90 всегда было ее главной жизненной целью. Я недавно поправилась килограмм на 10, после этого, что я только не делала, на каких только диетах не сидела. А, помню, кушала рис, это было жутко. Один рис, я смотрю на него, подношу ложку ко рту, и мне уже тошнит, это было ужасно. Вот я выдержала 2-3 дня, сбросила 4 килограмма, и буквально через некоторое время я опять поправилась. Поняв, что почерпнутые из газет и журналов рисовые и яблочные диеты не приносят желаемого результата, Наташа стала искать свою формулу поддержания идеальной фигуры. Вот я, допустим, пощусь. Я пощусь 4 раза в год. Великий пост, сейчас идет Успенский, я не ем мясо, а Великий пост вообще, я ем только одни овощи, фрукты, а Страстную неделю вообще ничего не ем. Я полностью привыкла абстрагироваться от еды. Сегодня без этого качества Наталье было бы очень непросто выживать. Место работы для постоянно худеющего человека она выбрала довольно неподходящее. Наташа работает в ресторане. Да, это тяжело, аппетитно, вкусно пахнет, но, опять же, абстрагируюсь. А вот у Натальиного мужа абстрагироваться от ее взаимоотношений с едой никак не получается. И иногда он в весьма активной форме пытается напомнить своей жене о том, что, чтобы жить, нужно хотя бы иногда есть. Я сама осознаю, что это озабоченность. Мне муж тоже говорит, маньячка про меня. Такова мой, таков мой стиль жизни. Глядя на маму, в этом же стиле пытается жить ее 11-летняя дочь. Это что-то с чем-то. Она... Я уже смотрю, она от зеркала не отходит. Мама, у меня здесь лишний жирок, мама, у меня животик, что мне делать? И мне надо на диете посидеть, я кушать на ночь не буду. Я уже начинаю с ней бороться, сама-то не ем. А когда смотрю на нее, мне уже хочется, чтобы она покушала. Ребенок же мой, маленькая еще, рано. Получается, я за нее ем. А тут необъяснимо. Это материнский инстинкт, чувство. Материнский надо накормить. А по отношению к себе? Жесткие рамки. Потерпев неудачу в долголетней открытой борьбе с этими рамками, муж Натальи перешел к партизанской войне.
Я даже заметила, у нас были весы, и они пропали. Мне кажется, муж их специально убрал от меня, потому что эти весы всегда были рядом со мной. Я всегда взвешиваюсь. Сейчас их найти не могу, поэтому я не знаю, сколько, какого у меня веса. Для меня это уже проблема номер один. Надо купить хорошие электронные весы. Очень многие мужья, вот тоже такой случай жизни, расскажу. Вот я знаю несколько случаев, что жена занималась, делала и пластику себе, и худела, и действительно привела себя в порядок. У нее крышу не снесло, у нее все нормально было с головой, но она так много уделяла этому времени, что в конце концов она забыла про мужа, муж, естественно, терпел, обижался, что потом этого мужа охмурила нормальная женщина, которая именно любовью, именно вниманием, именно своей заботой. Как бы то ни было, но глядя на фигуры топ-моделей, многие девушки превратили свою жизнь в вечную гонку за стройностью. Всерьез обеспокоившись моральным и физическим здоровьем нации, правительство Великобритании приняло постановление, согласно которому соотношение худых и полных девушек на телевидении должно быть 50 на 50. Или иное, но в пользу полных. Так правительство Соединенного Королевства пытается воздействовать на неокрепшие умы юных леди. А в Аргентине власти тоже ввели закон о размере. Теперь в витринах торговых центров Буэнос-Айреса стоят манекены с фигурой среднестатистического человека. Нарушители этой национальной программы ожидают большие штрафы. Ну, это очень такой смешной тоже метод борьбы. Как можно бороться с пропагандой, понимаете? Это завтра объявить там Ницца, там плохой город, да, и Каны, ужасный город, да, так сказать. И не езжайте туда, да, ну и что, все туда поедут. И все же на недавнем показе мод знаменитые кутюрье Дольче и Габбана могли лишиться многих своих манекенщиц. Дело в том, что в Италии введен закон, по которому к работе на подиуме могут быть допущены только те девушки, которые предоставят медицинскую справку о том, что не страдают нервной анорексией. Конечно же, прекрасно, когда красивая профессия, может быть, фотомодель, манекенщица, и вы знаете, балерина, это очень все прекрасно. Но это проходит, а жизнь остается. Сегодня существует какая-то, вы знаете, ненормальная такая мода на дистрофию. Но вы знаете, вот смотреть на гремящие кости на сцене, я вообще думаю, это вряд ли приятное зрелище. Специалисты не случайно называют хроническое нежелание есть синдромом модели. Ему более подвержены представители творческих профессий. Актеры, телеведущие, звезды шоу-бизнеса, вынужденные постоянно соответствовать неким стандартам красоты. Есть вот понятие успешности, да? Многие, может быть, не задумываются действительно, что их жизненный успех, их жизненный подъем, их работа, например, да, их заработная плата, их общение с людьми зависит от их внешнего вида. Я сама на себе даже заметила, я когда похудела, я не ожидала, что столько людей на меня обратят внимание. Вот реально. Ну, я не знаю, может, мне повезло, что в мою сторону не было никакой такой критики или там особых требований. И слава богу, потому что я считаю, что, ну, наверное, если ты артист, то ты несешь что-то немножко другое. Когда Елена Кухарская пришла на «Фабрику звезд», она была студенткой Тюменского государственного института искусств и культуры. Лена пела, играла на фортепиано и, несмотря на вполне аппетитные формы, имела второй разряд по баскетболу и волейболу. Я понимаю, когда идет реклама на что-то, да? Но когда идет реклама, глобальнейшая реклама, за последний год особенно, это с ума сойти, реклама, она идет на эти диеты –
Да причем так, что люди, они же смотрят, да, в той же глубинке, в провинциях, я тоже читаю газеты, смотрю, что девочка просто-напросто чуть не умерла, потому что она смотрит, все худеют, я тоже похудею, меня будут любить, все, будет счастье. Да не будет счастья, если ты будешь умирать на больничной койке, извините меня, кто к тебе придет? И все же в свои 20 лет Лена тоже попробовала диету на вкус. Однажды я попробовала банановую диету. Прошли сутки, я упала в обморок, мама откормила мне пирожным и сказала мам, спасибо, до свидания с диетами. Молчи, ничего не говори, я знаю сама. На сегодняшний день в мире существует более 700 видов диет. В основе любой из них – снижение калорийности. Японская, например, требует употребления только белковой пищи на протяжении 2 недель, картофельное – пюре и апельсинов, голливудское – уменьшение порций до микроскопических размеров. Я прошла через все эти диеты, я пробовала все на себе. Вот я так поняла, что надо обязательно найти свой путь какой-то, да, в этом процессе. Значит, пробовала кремлевские диеты, пробовала лужковские диеты, такие тоже у нас были, разработанные специально какими-то агентами НАСА для космонавтики, да, чтобы космонавты быстро сбрасывали вес. Пробовала раздельное питание, пробовала брать кровь по Волкову, значит, ходила и тоже питалась всеми этими странными интересными диетками. Пробовала голодание, пробовала иглоукалывание, пробовала пиявки. То есть, я не знаю. Люди себя теряют свое здоровье, не употребляя массу витаминов. И потом в итоге, через несколько лет, либо они становятся больными, либо психологически зависимы, либо толстеет еще с большей скоростью. Ирина может спокойно критиковать тех, кто тратит массу сил и времени в поисках возможности похудеть и совершает на этом пути ошибки. Стройной фигурой и она, и ее дочь Алиса обязаны природе. Алиса, ей, слава богу, природа дала, как и мне в свое время, да, что мы ели, что хотели, и пироги бабушкины, и едим, и мы не поправлялись. Ну, опять же, может быть, активный образ жизни. Знаменитой Твиге тоже не приходилось прилагать никаких усилий для сохранения образцовой худобы. Чего нельзя сказать о большинстве девушек, которые ради стройности доводят себя изнурительными диетами до истощения. Любая диета, будь она кремлевская, знаете, или какой-нибудь еще тибетской или японской, она все равно разрушение, потому что это стресс для организма. Вот эти метания, они ни к чему, кроме как к развалу здоровья, нервной системы, больше ни к чему не приводили. Потому что постоянно поражения какие-то я на своем пути встречала. Безусловно, можно, наверное, на каких-то таких односторонних, весьма ограничительных диетах сбросить определенное количество килограммов, но при этом поиметь проблемы и в отношении состояния здоровья, и поиметь, опять-таки, и возврат веса, и даже прогрессию, увеличение массы тела. Сброшенные слишком быстро килограммы также быстро возвращаются сразу после того, как вы перестаете сидеть на диете. Исследования подтверждают, что во избежание обратного результата нужно отказываться от излишне строгих диет. Если белки и углеводы по своему колоражу можно заменить на жиры и набрать определенное количество калорий, то по биологической ценности эти компоненты абсолютно незаменимы. И поэтому говорить об односторонних и особенно долгосрочных диетах с исключением углеводов или белков, или жиров – это абсолютно неправильно, неграмотно, и это обязательно приведет к патологии. На фуршетах руки эстрадных звезд не сразу протягиваются к столу со всякими далеко не диетическими вкусностями. Все прислушиваются к мобильным телефонам. В любой момент может позвонить Маргарита и спросить, чем именно в данный момент почуют себя ее подопечные. Малышечка, приветствую. Ну что, я уже здесь, в Москве. Владимир Винокур обратился к Маргарите Королевой, когда увидел, как выглядят ее именитые пациенты.
Сотрудничество известного актера и врача привело к вполне ощутимым результатам. Эстрадный артист за 3 месяца без вреда для здоровья сбросил почти 30 килограммов. После многолетних диетических мытарств в руках Маргариты Королевой оказалась и Анита Цуй. Мой диетолог, он тоже, знаете, вот Рита, она меня ругает со страшной силой. Вот, но все-таки, узнав, что я еду в отпуск, она разрешила мне 2,5 недели оторваться на всю катушку. Сегодня Маргарита – самый модный диетолог Москвы. Вернее, как сегодня принято называть, врач эстетической медицины. Правда, к вопросам диетологии она тоже пришла весьма извилистым путем. По образованию врач, и первично вообще даже кардиолог. Закончила институт с красным дипломом. Диетология появилась в профессиональной жизни Маргариты Королевой тогда, когда стала насущной проблема собственного лишнего веса. Когда Рита выходила замуж, она весила 53 килограмма. Таким же оставался ее вес после рождения первого ребенка. Появление второго кардинально изменило ситуацию. Я и мой муж пытались меня несколько откормить, чтобы молочко было по калорийнее, чтобы ребеночек здоровенький рос. В результате их совместных усилий вес Маргариты увеличился больше, чем в половину, на 30 килограммов. На весах появилась цифра 85. Приходит муж с работы. Я стою перед зеркалом и плачу, рыдаю. Он бросает, собственно, дипломат, бросается ко мне. Ну, что случилось? Он говорит, ну, посмотри. Первый ребенок, второй ребенок. Вот личная жизнь до чего довела. Он говорит, ну, что ты рыдаешь? Ну, все равно, вот, я люблю тебя такой, какая ты есть. Он видит, что рыдания мои продолжаются. Он в итоге мне говорит, и все равно, я тебе хочу сказать, что бы ты ни делала, какими бы голодовками ты ни занималась бы, что бы ты ни предпринимала бы, ты все равно будешь иметь лишний вес. И вот это меня задело. Я не смогу, у меня не получится. Я буду носить лишний вес? Нет, такого не будет никогда. И вот в этот момент, именно с этого дня, все началось. Маргарита стала изучать специальную литературу по профессиональной врачебной привычке глубоко и всерьез. Но через некоторое время поняла – ни одна из предлагаемых методик не удовлетворяет ее полностью. Те рекомендации, которые дают, скажем, врачи там, во Франции, в восточных странах, они дают в отношении своих соотечественников. У них свои составы как бы физиологические, а у нас совершенно другое. То, что подходит им, не значит, что подходит максимально нам. Вкусовые привычки народов разных стран по меньшей мере удивительны. В некоторых индейских поселениях до сих пор с удовольствием едят жареных муравьев и заболевают от употребления жареной курицы или вареного яйца. В Корее лакомством считается мясо собаки, во Франции – лягушачьи лапки. В большинстве районов Китая с отвращением относятся к молоку, в то время как в других странах его пьют от рождения и до смерти. Во Вьетнаме с благоговением едят яйца, 100 дней пролежавшие в земле, а в Уганде – сырых кузнечиков. В отличие от такой всеядности, некоторые африканские племена не едят ничего, что плавает, летает или ползает. Если у них рекомендованы, скажем, во Франции аперитивы, сыры, бекон и все остальное в программах снижения веса, для нас это те продукты, от которых мы будем иметь лишний вес, мы будем от них поправляться. Существует несколько методов вычисления идеального веса. Первый был предложен еще 100 лет назад французским врачом Полем Броком. Формула проста. От роста в сантиметрах отнимается 100, и получается соответствующий этому росту вес в килограммах. Однако эта формула не учитывала индивидуальные особенности строения тела – длинные ноги, широкие кости, спортивное телосложение. Сегодня вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Идеальным показателем для мужчин является индекс от 20 до 25, для женщин – от 19 до 24. В России трудно найти людей, которые были бы не предрасположены к тому, чтобы иметь лишний вес. Живем мы в средней полосе, урожай снимается, как правило, один раз в год,
И все консервируется. У нас в стране закатываются баночки с помидорками, огурчиками и другими там, овощами, скажем, с пряностями. И люди избыток соли получают в большем количестве. Все эти засолы делались не случайно. У нас же зима. Мы полгода ходим в подштаниках, да, так сказать. У нас другая вообще природа. И понятно, на зиму делались заготовки всегда. И это годами делалось. И сейчас нам диетолог будет рассказывать, что вся эта многовековая наша кухня, она просто от лукавого. Да, в Майами не надо делать засол никакой, да? А когда минус 20 водка, да? И тяжелая еда, картошка, тяжелые салаты и все остальное, это должно присутствовать. Особенно, если человек активно работает, работает физически. Я однажды прочитала интервью одной спортсменки, которая писала о том, что она силу черпает из кислорода. Знаете, сначала мне хотелось засмеяться, но потом я подумала, что ведь у меня, наверное, похожая ситуация. Перед сольным концертом, который требует очень больших энергетических затрат, балерина Волочкова выпивает только стакан чая с медом. И потом я фактически могу не есть и даже не пить. И вот такая сухость организма, как ни странно, дает силу. Как там мужика-шахтера не покормить мясом там, и там с огурцами, и там с водкой? Он, извините, на вашей диетической пище далеко не уедет. Еда может приносить не только пользу за счет питательных ингредиентов, которые она несет, но и вред. И обратная сторона медали как раз лишний вес, а это состояние абсолютного, то есть это состояние нездоровья. Диета – это не здоровье. Кто это говорит, это глупо. Я считаю, что диеты, я бы вообще все отменила и сказала бы, что это абсолютно неправильно. Сегодня такие споры возможны лишь по одной причине. Невероятно растиражированное слово «диета» потеряло свой первоначальный смысл. На самом деле, наука о питании создавалась вовсе не для коррекции веса. В переводе с греческого «диета» означает «здоровый образ жизни». На самом деле, человек должен быть естественным. То есть, если человека не парит то, что он там полный, ну и пусть он будет полным, да, какая разница. Но если его напрягает это, то, ну, пусть худеет. Но я против того, чтобы из-за пропаганды массированной человек думает, ну как, все подруги худеют, по телевизору каждый день показывают этих моделей, и я должна быть, да, так, такой. Сегодня я уже, слава богу, не худею. То есть вот на сегодняшний день для меня существует понятие 50-52 килограмма, и просто уже хотя бы визуально на стрелках весов, да, что ниже этих килограммов уйти я не должна. Почему все должны быть одинаковые 90-60-90? Нет, абсолютно не обязательно, не нужно это делать. Прежде всего, человек представляет собой некий индивид. Все мы очень-очень индивидуальные. И когда человек находится в гармонии сам с собой, вот это самое главное. Великая Коко Шанель когда-то сказала, что плохая фигура – это фигура, перепуганная с ног до головы. Так что уверенность в себе и отказ от стандарта 90-60-90 – это серьезная заявка о своей индивидуальности. Ведь есть люди худые, стройные, но абсолютно одинокие, несчастные. А есть люди красивые, оптимистичные, позитивные, коммуникабельные. Вот светлячки такие, но при этом имеют избыточный вес. И они намного более счастливы, чем первые, о которых я говорила. Даже сейчас, если обратить внимание на фотомоделей ведущих топовых в мире, и даже у них уже формы, так сказать, поменялись, и пропорции поменялись, изменились. Сейчас все-таки ближе к нормальным человеческим нормам все приходит. Я думаю, что это правильно. Мудрый Сократ говорил, мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. И главным качеством человека, определяющим счастье его жизненного пути, считал не красоту тела или ума, не быстроту реакции, не юмор, а чувство меры. Надеемся, что вам оно не изменит никогда. Люди должны понять, что не от этого, не от дикой худобы зависит их судьба, да? Чтобы они себя не загоняли ни в какие коридоры.
Вообще судьба – это сложная штука, и она зависит от тысячи факторов. И себя самое главное – не загонять, и не комплексовать, не создавать себе проблемы. И так проблем достаточно.